Налетков Андрей, город Нижний Новгород. В преддверии юбилейного симпозиума «Мегастомбега», который пройдет в Москве 25-26 октября этого года, мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить всех причастных к организации этих мероприятий, потому что симпозиум «Мегастомбега» – это громадная история в развитии отечественной и мировой стоматологии. Поблагодарить профессора Лосева Федора Федоровича, профессора Шарина Алексея Николаевича за участие в становлении меня как стоматолога на протяжении многих лет. Вот и о симпозиуме, собственно, у меня слов не хватит, чтобы все рассказать, как это выглядит, какие ощущения, что там рассказывают, как они проходят. Я скажу эпитетами. Это горящие глаза, это желание работать, это огромная вера в себя. С годами масштаб симпозиумов, он все растет и растет, и хотелось бы, чтобы бесконечно расширялись границы этой площадки для общения, для коммуникации без границ, для обмена бесценным опытом. Вот. И симпозиум «Мегастом» – это на самом деле огромная точка пересечения пути успешных стоматологов, как российских, так и зарубежных. Это огромная история, уже на сегодняшний день. Это огромная дружная команда. Так что ждем встречи с вами на симпозиуме «Мегастомбега», который пройдет в Москве 25-26 октября этого года, а также на стенде «Мегастом» на Dental Expo в Крокусе с 23 по 26 сентября этого года. Я очень надеюсь на бесконечно долгое сотрудничество. Всем спасибо!